28 лет на одном рабочем месте. Мало кто может похвастать столь завидным постоянством. Машинист мельниц рудообогатительной фабрики ММК Анатолий Сидоров свой участок не променяет ни на какой другой. За многолетний достойный труд он был удостоен высокой государственной награды, медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. С преданным делу работником встретился мой коллега Павел Зайцев. Анатолий Сидоров получил профессию слесаря в училище номер 47 и перед тем, как уйти в армию, проходил практику на ММК. После окончания службы в вооруженных силах решил вернуться. В отделе кадров предприятия ему дали направление на рудообогатительную фабрику. Но слесарем отработал всего полгода, перевелся в машинисты мельниц и вот уже почти три десятка лет трудится на одном участке. Мне понравился технологический процесс сам, смотреть за ним, все равно технолог есть технолог. Шаровые мельницы – последний передел по подготовке сырья для магнитного обогащения. На участке с названием «Дробильно-обогатительная фабрика номер 5» производится концентрат для отправки на аглофабрики. Здесь используется не привозное, а местное сырье, что благотворно влияет на себестоимость и агломерата, и конечной продукции ММК. За смену участок перерабатывает более 1000 тонн породы. Всяких нюансов бывает. У нас мы и регулируем воду, там и регулируем помол. Это сложный процесс, смотреть надо за ним постоянно. Образцовый профессионал, работает без нареканий, никогда попусту не жалуется, все время только по делу, выполняет требования охраны труда, выполняет все свои обязательства. За 28 лет, что Анатолий работает здесь, сам процесс дробления не изменился, он довольно консервативен. В барабан подается вода и сырье достаточно крупной фракции, которая с помощью металлических шаров перемалывается до размера крупного песка. Но автоматизация и система контроля, разумеется, шагнули вперед. Мы отслеживаем нагрузки на мельнице, на конвейерах, какие идут, давление воды, сколько подается в мельнице воды, температуру подшипников. Сменить место работы, признается Анатолий, он не хотел ни разу. Как и попробовать взойти по карьерной лестнице и перебраться от своих родных мельниц в кабинет руководителя. Мне тут больше нравится, чем там где-то бумажками. Здесь интереснее намного, здесь производство, здесь все крутится, все вертится. В коллективе у нас сложились отношения, коллектив у нас хороший, меня устраивает все. За многолетний свой труд он обучил немало по профессии машинист мельниц своих коллег. За это ему, конечно, большое спасибо. Ему можем доверить, потому что он свое дело знает на 100%. А потому и коллектив искренне порадовался за коллегу-старожила, который был удостоен высокой государственной награды – медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Совсем скоро, в канун Дня металлурга, она найдет своего героя. И за себя был рад, и, конечно, я благодарен начальству, то, что меня выдвинули, не ожидал за это, что такое будет. Эмоции хлещут, до сих пор хлещут. Павел Зайцев, Денис Иванов, телекомпания ТВН.